Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Deve Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacate Shatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion, and today we're beginning chapter 15 entitled Spontaneous Devotional Service. Мы читаем «Нектар преданности», и сегодня мы начинаем главу 15, которая называется «Спонтанное преданное служение». Previously, we had read from chapter 2 up to chapter 14, it was all on Vaidhi Bhakti, meaning devotional service according to regulative principles. И до этого, со 2 по 14 главу, мы читали о Садхана Бхакти, о преданном служении, которое регламентировалась определенными принципами. Now we're going to go on to hear about Raganuga Bhakti, which is spontaneous devotional service. А теперь мы будем читать о Рагануга Бхакти, спонтанном преданном служении. So this is the more advanced stage of devotional service. Это более продвинутый уровень преданного служения. Okay, go ahead. Примеры спонтанного преданного служения легко найти в ближайшем окружении Кришны во Вриндаване. Проявление спонтанной любви к Кришне обитатели Вриндавана называют Раганугой. Обитателям Вриндавана не нужно учиться преданному служению. Они уже достигли совершенства в следовании регулирующим принципам и уровня спонтанного любовного служения Верховной Личности Бога. К примеру, мальчикам-пастушкам, играющим с Кришной, чтобы научиться играть с ним, не нужно совершать аскезы, налагать на себя эпитимии и заниматься йогой. Все испытания регулируемого служения они уже выдержали в своих прошлых жизнях, в результате чего получили возможность непосредственно общаться с Кришной, как его близкие друзья. Их спонтанное служение называется Рагануга Бхакти. Okay, just give me a minute. So actually, here it says Raganuga Bhakti. Actually, when we study the Chaitanya Charitamrita, we learn that this is actually Ragatmika Bhakti. И когда мы читаем, здесь говорится Рагануга Бхакти, и когда мы читаем Чайтанья Чаритамриту, мы на самом деле читаем о Рагамика Бхакти. We, the devotees, will try to practice Raganuga Bhakti, and Raganuga Bhakti is to follow those who already have Raga, who are already absorbed in that attachment for the Lord. И мы, как преданные, следуем Рагануга Бхакти, то есть мы следуем за теми, кто уже имеет эту любовь к Господу, спонтанную любовь к Господу, и кто привязан к Нему. So, as Prabhupada said, the example of these devotees is seen there in the residence of Vrindavan. И этих преданных мы можем увидеть в обители Вриндавана.
Some you can see it a little bit in the people in Dwarka, but it's much more clearer in the residents of Vrindavan. Мы можем увидеть эти качества в жителях Двараки, но они более четко проявлены у жителей Вриндавана. The associates of Lord Krishna in Vrindavan all have this spontaneous love for Krishna. Все спутники Господа Кришны в Вриндаване имеют эту спонтанную любовь к Нему. So, as Prabhupada explains here, they don't have to learn anything about devotional service. Как Прабхупада здесь объясняет, им не нужно ничего изучать о преданном служении. They're already perfect in all their regulative principles. Они уже совершенны во всех регулирующих принципах. Just like the cowherd boys who are playing with Krishna, they got that position to be cowherd boys because they performed pious activities over many, many lifetimes. И те мальчики пастушками, которые играют с Кришной, они, им не нужно было совершать каких-либо действий ради этого, поскольку они занимались благочестивой деятельностью уже многие-многие жизни до этого. Without performing pious activities over many lifetimes, they could never become the direct associates of Lord Krishna. И если бы они не занимались этими благочестивыми деяниями на протяжении многих и многих жизней, они бы не смогли стать близкими спутниками Кришны. So they don't have to do any austerities or penances. They don't have to study any. They already did all that in their previous lives. То есть им не нужно совершать какие-то аскезы либо налагать на себя эпитимии. Они все это сделали в своих предыдущих жизнях. That is why they are able to be with Krishna, playing with him, like his friends, like equals. Именно поэтому они имеют возможность быть рядом с Кришной, играть вместе с ним и быть равными с ним. So among the people in Vrindavan, of course, there's not only cowherd boys, some of the older people, they have the parental relationship with Krishna. И во Вриндаване есть также старшее поколение, которые с Кришной находятся в родительских отношениях. And then there's others, there's the young girls who are the gopis, and they have the Madhurya, or the very amorous relationship with Krishna. И есть также девушки Вриндавана, которые находятся с ним в отношениях Мадхури, в очень близких отношениях. So the nature of their love is their they have natural attraction to Krishna. И их любовь очень естественным образом очень привлекательна для Кришны. And they're absorbed, totally absorbed in Krishna and only Krishna, nothing else. И они полностью поглощены Кришной и ничем больше. Right? So these are called the Ragatmika devotees. И это называется Рагатмика преданные. Okay, go ahead. Шри Рупа Госвами определяет Рагануку Бхакти как самопроизвольную привязанность к чему-либо. Когда все мысли человека сосредоточены на объекте его привязанности, им владеет неотступное желание любви. Преданное служение, сопровождающееся чувством спонтанной любви, называется Раганукой Бхакти. Преданное служение, относящееся к сфере Рагануки, в свою очередь можно подразделить на две категории – чувственное влечение и взаимоотношения. Yes, so the Rupa Goswami is defining here what is this raga, Ragatmika Bhakti. И здесь Шрила Рупа Госвами определяет, что же есть Рагануга и Рагануга Бхакти. Defines it, it's a very interesting definition.
То есть он дает очень интересное объяснение. You have to understand this book, Nectar of Devotion, was compiled very, very early on in the beginning of our movement. Мы должны понимать, что эта книга «Нектар преданности» была составлена на очень раннем периоде. When Prabhupada went to America, it was one of the first books which was published in America. На раннем периоде нашего движения, когда Шрила Прабхупада только-только приехал в Америку, это была одна из первых книг, которые были опубликованы. And it was actually published by our own devotees. The devotees in the beginning, they were printing the books themselves. They printed it and they bound it themselves, so it was all done by the devotees. И на самом деле эта книга была издана усилиями только преданных, поскольку в самом начале преданные сами печатали книги, сами их сшивали. So there were, you know, this information was totally new to all the devotees. They'd never heard anything about Raganuga or Raganmika before. It was totally new to them. They didn't know anything about it. И эта информация была для преданных очень-очень новой, потому что они никогда не слышали о том, что такое Рагануга или Рагатмика. And so when it came to editing, you know, they would just do correct to English, but they didn't know so much about the different Sanskrit words. И когда они только это все выпускали, они знали, как это будет на английском, но они не проводили большого различия в санскритских словах. But later on, Chaitanya Charitamrita came out, and then in the Chaitanya Charitamrita, this Raganuga, Ragatmika Bhakti is discussed there. И, но позже вышло читание Чаритамриты, и эти понятия Рагануга и Рагатмика, они обсуждались и в этой книге. Because this was all taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu to Rupa Goswami. So it's all described in the Chaitanya Charitamrita. Этому всему учил Рупу Госвами Господь Чайтанья, и поэтому все это описано в Чайтанье Чаритамрите. And then in the Chaitanya Charitamrita they have the Bengali, you know, it's the Bengali verse and then the word for word meaning. So you get the words Raganuga and Ragatmika there in the Bengali text. There was. Yeah. И там были слова на бенгали, был пословный перевод, и на бенгали как раз были эти слова Рагануга и Рагатмика. But when the devotees first published Nectar of Devotion, they didn't have any original text to go by. Но когда впервые преданные опубликовали Нектар преданности, у них не было оригинала этого текста. So you can see the mood of this devotion that you have to be totally absorbed in thought of it. И вы видите настроение настроение Рагануги, когда вы должны быть полностью поглощены в мысли. And at the same time with an intense desire of love. И в то же самое время иметь неотступное желание любви. So that you can understand the nature of this devotion. It's the very highest level of devotion. И мы должны понимать, что этот уровень преданности – это очень возвышенный уровень. And this kind of devotion is only found among the eternal associates of Lord Krishna in Vrindavan. Этот уровень преданности можно найти только среди близких спутников, вечных спутников Кришны во Вриндаване. So now, the Raganuga Bhakti is going to be described, and it's said that there are two divisions of Raganuga Bhakti. И сейчас описывается, будет описываться Рагануга Бхакти, и существует две категории Рагануги. The Raganuga devotees, they follow the Ragatmika devotees.
И Рагануга, преданные, следуют за преданными Рагануга. So there are two categories. One category is based on sensual attraction, and the other is called relationship. И существует две категории, и одни преданные, они идут за чувственным влечением, а другие, эта категория называется взаимоотношения. So there's a distinction between like the sensual attraction that's there among the gopis and the gopis' feelings for Krishna. И чувственное влечение, оно присуще гопи, которые имеют чувство к Кришне. And relationship is the other devotees. А взаимоотношения — это то, что имеют все остальные преданные. The other devotees, like the cowherd boys and the parents and so on, they have a relationship. Например, как мальчики-пастушки, либо родители, все они имеют взаимоотношения с Кришной. Go ahead. Это иллюстрирует стих из седьмой песни Шримад Бхагаватам 1.30, в котором Нарада Муни говорит Юдхиштхире: «О царь, многих преданных к Верховному Господу поначалу привлекло желание чувственных наслаждений, зависть к Нему, страх перед Ним или стремление вступить в близкие отношения с Ним. Но в конце концов их отношение к Нему очищается от материальной скверны, и человек, поклоняющийся Ему, постепенно развивает в себе духовную любовь и достигает конечной цели жизни, к которой стремятся чистые преданные». Okay. So now, Rupa Goswami or Srila Prabhupada is quoting to us this important verse from the seventh canto, Narada Muni instructing Maharaj Yudhisthira. И Шрила Прабхупада приводит здесь цитату из седьмой песни Шримад Бхагаватам, где Нарада Муни дает наставление царю Юдхиштхире. And he's describing how devotees sometimes that it happens. That devotees are attracted to Krishna for sense gratification. И здесь говорится, что иногда преданных влечет к Господу, привлекает желание чувственных наслаждений к Нему. Right, just like gopis, like, well, the gopis, in some way they want sense gratification, they want to satisfy Krishna's senses. Подобно тому, как это делали гопи, но гопи, они хотят удовлетворить чувство Кришны. No, but the gopis, they have pure love for Krishna. But Kubja wanted sense gratification from Krishna. И гопи, они все хотели удовлетворить Кришну, но Кубджа, она хотела от него чувственных наслаждений. And then he said, there are others, they become attracted to Krishna, they're envious, they're just envious of Krishna, like Shishupal. И другие привлекаются к Кришне из-за зависти к нему, например, как Шишупала. And then there's some people, they're attracted to Krishna, their problem with Krishna is they have a fear of Krishna, like Kamsa was very afraid that Krishna is going to kill him. И у других преданных они привлекаются тем, что у них есть какие-то проблемы во взаимоотношениях с Кришной, то есть у них есть страх перед Кришной, как у Камсы. And then there's others, their association, they're attracted to Krishna, they desire to associate affectionately with Krishna. И другие стремятся к Кришне, поскольку имеют желание вступить в близкие отношения с Ним. Just like the Pandavas. Например, как Пандава. Or maybe the Yadu dynasty, I don't know. Либо, возможно, династия Яду. But then Narada Muni tells Maharaj Yudhisthira that these attractions become freed from material contamination. Но затем Нарада Муни говорит, что эти отношения очищаются от материальной скверны. And gradually they develop pure spiritual love. И постепенно эти люди развивают чистую духовную любовь. And ultimately they get the goal of life, Krishna. И в конце
Krishna Prem. Ultimately, they get Krishna Prem. И в конце концов они достигают цели жизни Кришна Према. Okay, go ahead. Привязанность гопи к Кришне можно отнести к категории спонтанной любви, вызванной чувственным влечением. Гопи — молодые девушки, а Кришна — юноша. На первый взгляд может показаться, что гопи испытывают к Кришне плотское влечение. Другой пример — царь Камса, который привязался к Кришне из страха перед ним. Камса всегда боялся Кришны, поскольку ему была предсказана гибель от руки сына его сестры Кришны. Шишупала все время завидовал Кришне, а потомки династии Яду, находясь с Кришной в родственных отношениях, считали его одним из членов своей семьи. Во всех этих случаях спонтанная привязанность преданных Кришне относится к разным категориям, но все они достигли одной и той же желанной цели жизни. Mm-hmm. So, explaining again more about this verse, Prabhupada gives the example that those who are attracted to Krishna for sense gratification, he says the gopis. Итак, здесь Шрила Прабхупада немного глубже поясняет этот стих и описывает тех, кто имеет привязанность к Кришне, и первая категория, категория, которая привлекается чувственным влечением к Кришне, это гопи. Gopis are young girls and Krishna is a young boy, so the young girls, young boys are always attracted to each other. Гопи — молодые девушки, а Кришна — юноша, и девушки всегда естественным образом привлекаются, девушки и юноши естественным образом привлекаются друг к другу. It's a natural attraction for young girls and young boys to be attracted to each other. Это естественное влечение. But here, the gopi's attraction is not just to any boy, it's to Krishna. Но гопи привлекаются не любым юношей, а они привлекаются именно Кришне. So we may think, oh, this is sex desire, this is lust. И мы можем подумать, ну это плотское влечение, это вожделение. But we have to understand the nature of the love between Krishna and the gopis is very pure. Но мы должны понимать, что природа любви между Кришной и гопи, она очень чиста. The gopis don't just love any man, they only love Krishna. И гопи любят не какого-то другого мужчину, они любят именно Кришну. And the gopis' desire is to please Krishna. They're not just thinking about their own sense gratification, they're thinking about Krishna's sense gratification. И желанием гопи является удовлетворить Кришну. Они не думают о собственных чувственных удовольствиях, они думают об удовольствиях Кришны. So the gopis, they're an example of being a spontaneous love for sensual attraction, due to sensual attraction. И гопи являются примером спонтанной любви, вызванной чувственным влечением. And I also mentioned about Kubja, who was the lady who ground the sandalwood for Kamsa. И также я упоминал Кубжу, женщину, которая собирала сандаловую пасту для Камса. Kubja was a hunchback lady. And she had the good fortune to meet Lord Krishna when Lord Krishna and Balaram came to Mathura for the wrestling match. They were wandering in the streets of Mathura and they met Kubja. И Кубджа была горбуней, которая встретила Господа Кришну и Баларама на улицах Мадхуры, когда те приехали на состязание борцов. So that day Krishna had met also Kamsa's laundry man, and he had asked Kamsa's laundry man to give some cloth, but the laundry man didn't want to give anything to Krishna. И в этот же день Господь Кришна встретил прачку царя Камсы и попросил у него какую-то одежду, но тот отказал ему. And he even chastised Krishna and says, if King Kamsa knows about you, he'll have you punished. This cloth all belongs to King Kamsa. И этот прачка отчитал Кришну. Ты приехал, вся эта одежда принадлежит царю Камсе.
А ты только приехал сюда на матч. And then, but then Krishna met Kubja, and she was also a worker for Kamsa, and she was grinding sandalwood paste for King Kamsa. И затем Кришна встретил Кубджу, которая также была, также служила царю Камсе, и она собирала для него сандаловую пасту. And when she met Krishna, she was very attracted to him, because Krishna is very beautiful, very handsome, and she was just, and she's this a hunchback woman, she's not very beautiful looking, but she met Krishna, and she was just overwhelmed that, oh, this man, look at this, he's so handsome. И Кубджа, она была горбуней, не очень привлекательной на вид, и когда она увидела Господу Кришну такого красивого и такого привлекательного юношу, она очень привлеклась. And so she wanted to immediately give all the sandalwood paste which she'd been grinding for a long time for King Kamsa. She gave it to Krishna to put it on Krishna's body. И она тут же захотела отдать всю ту сандаловую пасту, которую она готовила для царя Камсы достаточно долгое время, захотела все это отдать Кришне, нанести эту пасту ему на тело. So Kubja had love for Krishna, but her love is not on the level of the gopis. И Кубджа имела любовь к Кришне, но ее любовь не была подобна той любви, которую имели гопи. The love of the gopis is compared to gold, and the love of Kubja is compared to iron. И любовь гопи, она подобна золоту, а любовь Кубджи подобна железу. So gold and iron are very different in value. The point is, the love of the gopis is much more valuable than the love of Kubja. И эти золото и железо имеют разную ценность, и любовь гопи была гораздо более ценной, чем любовь Кубджи. But both are attracted to Krishna. Both the gopis and Kubja were attracted to Krishna on the basis of sensual attraction. Но и гопи, и Кубджи, они были привязаны к Кришне, что было вызвано чувственным влечением. And then the next example, Prabhupada says about King Kamsa was attracted to Krishna because of fear. И следующий пример, который приводит Шрила Прабхупада, это пример царя Камсы, который привязался к Кришне из-за страха перед ним. At the time of the marriage of Vasudeva and Devaki, and Devaki is Kamsa's sister, there was an omen that the eighth child of this couple will kill you. И в тот день, когда сестра Камсы Девики выходила замуж за Васудеву, было сделано предсказание, что сын Девики убьет тебя. And at that time, when that omen was announced, then Kamsa immediately wanted to kill Devaki. И как только это предсказание было услышано, Камса тут же захотел убить Деваки. But Vasudeva was a very expert speaker, and he was able to pacify Kamsa, and he promised Kamsa that I will give you every child, whatever children we have, I will present to you. You can do as you like. И Васудева очень хорошо умел использовал свою речь, и он тут же своими словами умиротворил Камсу, пообещав ему, что каждого своего ребенка он будет отдавать Камсе. So Kamsa was always fearful because this omen was announced, and usually the omens are true. So he was fearful that this child is going to kill me. So he was always afraid. When is he going to come to kill me? И Камса всегда находился в состоянии, страха, поскольку предсказания, они всегда сбывались, и он всегда думал, когда же этот ребенок убьет меня. And Kamsa, like a good materialist, he's very anxious not to be killed, he wants to live.
И Камса, как и всякий материалист, зрелый материалист, он всегда заботится о том, чтобы быть живым, чтобы не быть убитым. And then next we have Sishupal was always envious of Krishna. И также приводится пример Шишупала, который все время завидовал Кришне. Now Sishupal was born in a family of great wealth. Шишупала был рожден в семье, которая была достаточно имела большое богатство. And he wanted to marry Rukmini. И он хотел жениться на Рукмини. And it was arranged by Rukmini's brother, who was a friend of Sishupal, that his sister Rukmini would marry Sishupal. И брат Рукмини, Рукми, который был Шишупала, был близким другом брата Рукмини, и брат организовал свадьбу Шишупала и Рукмини. So the marriage was arranged, and Rukmini was going to the temple of Durga to worship before the marriage, and at that time Krishna came and kidnapped. И брак уже был, было все уже организовано, и перед церемонией Рукмини пошла в храм Дурги, чтобы поклониться ей перед этим, и в это время как раз Кришна похитил ее. Of course, Rukmini had already written a letter to Krishna, expressing her love for him and her desire for Krishna to come and kidnap her. So Krishna came. И, конечно же, перед этим Рукмини уже написала свое письмо в Кришне, в котором она признавала своей любви к нему и своей привязанности к нему, и поэтому Кришна, конечно же, приехал. Krishna likes to fulfill the desires of his very pure devotees. Кришне нравится исполнять желания своих чистых преданных. So there were many other incidents where Krishna would always outdo Sishupal. So Sishupal was very envious that this Krishna is always better than me. И также были какие-то другие ситуации, в которых Кришна превосходил Шишупалу, и поэтому тот был всегда завидовал Кришне, думая, что он Кришна, он лучше меня. And he's taken the now he's taken the woman I was supposed to marry. А теперь он еще и отобрал у меня женщину, на которой я хотел жениться. So then it came, there was the Maharaj Yudhisthira was performing the Rajasuya sacrifice. И также Махараджа Юдхиштхира, он проводил жертвоприношение Раджасуя. And part of the Rajasuya sacrifice is to perform the Ugra Puja. And the Ugra Puja is to select the person most worshipable and to worship, to honor that person. И частью этого жертвоприношения была Ugra Puja, на которой выбирался человек наиболее достойный, наиболее уважаемый. Oh, maybe it's Agra Puja, not Ugra Puja. Agra. Это Agra Puja, не Ugra Puja. So, the young Sahadev stood up and said, I nominate Lord Krishna as the most worshipable person. Встал Сахадева и сказал, я провозглашаю Господа Кришну как самого почитаемого среди нас. So everyone was in favor of having Krishna take that position and receive that worship. Everyone except Sishupal. И все поддержали это предложение, все, кроме Шишупала. Yeah, it was the Rajasuya Yagya, and all the kings had come, and Sishupal was also there. Это была Раджасуя Ягья, на которую приехали все цари, и также там было Шишупала. But when they said they wanted to put Krishna as the most worshipable person, then Sishupal got very angry. Но когда они провозгласили Кришну самой уважаемой личностью, Шишупала
очень разгневался. And he began to insult Krishna, that this boy Krishna is just a cowherd boy, he's just from the village, he's not a real, he's not a king, he's not a kshatriya. И он начал оскорблять Кришну. Кришна, он просто пастух, он из какой-то деревни, он не царь, он не кшатрий. So it was very insulting to Krishna. И это очень оскорбляло Кришну. And at that time Lord Krishna threw his Sudarshan chakra and decapitated him. И Кришна выпустил свою Сударшана чакру и обезглавил его. So Sishupal was a classic example of someone who was very envious of Krishna. И Шишупала является классическим примером того, кто очень завидует Кришне. We're all envious of Krishna because Krishna's got more than us. Мы все завидуем Кришне, потому что у Кришны всего больше, чем у нас. Krishna has got more wealth, he's got more knowledge, he's more renowned, he's stronger, he's more beautiful. He's got everything more than us. Krishna гораздо более богатый, более красивый, более сильный, более отреченный. У него всех его достояний гораздо больше, чем у нас. And because we're envious of Krishna, that's why we're here in the material world. И поскольку мы завидуем Кришне, именно поэтому мы здесь, в материальном мире. But Sishupal, he had a very deep envy. And that envy was to help him to achieve liberation. Но у Шишупалы была очень сильная зависть. Но эта зависть позволила ему, помогла ему достичь освобождения. And it was actually seen when Krishna killed him, that his soul left the body and entered into the effulgence of Krishna. И на самом деле, когда душа покинула тело Шишупалы, то она вошла в сияние Кришны. Some of the devotees who were present, they actually saw the soul leave from the body of Sishupal and entered into the effulgence of Krishna. И те преданные, которые присутствовали там, они на самом деле увидели, как это происходило, как душа Шишупала, выйдя из тела, вошла в сияние Кришны. And after entering the effulgence of Krishna, remained there for some time, and then later on went back to Godhead. И после этого она, душа Шишупала, оставалась в таком состоянии какое-то время, и затем вернулась обратно в Бог. Because Sishupal was one of the gatekeepers, the doorkeepers to Vaikuntha, had been cursed to become demons for three births. И Шишупала на самом деле был одним из привратников Вайкунтхи, который был проклят быть демоном в течение трех жизней. So after being killed by Krishna, he completed the three births, he could go back to Vaikuntha. И после того, как он был убит Кришной, эти три жизни закончились, и он обратно вернулся на Вайкунтху. All right. So there's one more example. The example is the Yadu dynasty, who have a family relationship with Krishna. И также приводится пример династии Яду, которые находились в родственных отношениях с Кришной. And they're always thinking of Krishna as one of their family members. И они всегда считали Кришну членом своей семьи. You know, of course, everybody thinks of their family members or my family, but these Yadu dynasty, they really thought of Krishna all the time. Кто-то может думать о каком-то человеке, что, ну, да, это член моей семьи, но члены династии Яду, они думали о том, что Кришна является членом их семьи постоянно. And because of that attraction and that spontaneous remembrance of Krishna, they get the goal of life. И благодаря этой привязанности и спонтанному памятованию они достигли цели жизни. Go ahead. Привязанность к Гопи, Кришне и привязанность к нему членов рода Яду относятся к категории Рагоноги, спонтанной привязанности. Привязанность же к Кришне Камсы и страха и Шишупалы и зависти нельзя считать преданным служением в силу их негативного отношения к нему.
Преданное служение подразумевает только позитивные отношения к объекту служения. Поэтому, как утверждает Шрила Рупа Госвами, их привязанность нельзя назвать преданным служением. Далее он анализирует отношения ядовов к Кришне. В тех случаях, когда оно основывается на дружбе, его можно отнести к спонтанной любви. Если же оно строится на регулирующих принципах, то нет. И только в тех случаях, когда отношения строятся на принципах спонтанной любви, их можно отнести к разряду чистого преданного служения. So there's a difference. We see, of course, there's different attitudes in there among these different examples which are given. There's a difference between the feelings of the gopis and the feelings of the Yadu dynasty. Есть разница между всеми этими примерами, которые были приведены раньше. Есть разница в чувствах гопи и чувствах, которые испытывали члены династии Яду. So they have natural pure love for Krishna. У них была естественная чистая любовь к Кришне. But Kamsa and Sishupal, their attraction to Krishna is different, much different from the gopis and the Yadu dynasty. Но привязанность к Кришне Камса и Шишупалы очень сильно отличается от той привязанности, которую испытывали гопи и члены рода Яду. They don't think of Krishna in a favorable way. Kamsa and Sishupal, the remembrance of Krishna is not favorable. И то, как Камса и Шишупала помнили о Кришне, это было не позитивное отношение. Guru Maharaj, can you hear me? Hare Krishna. Hare Krishna. Ah, I see. I'm having a cold this morning. Very well. Okay, so the Kamsa and Sishupal's, the remembrance of Krishna is not favorable because they're thinking to kill Krishna. Итак, то, как Камса и Шишупала помнили о Кришне, это памятование было не в позитивном ключе, поскольку они мечтали о том, чтобы убить Кришну. They think of Krishna as their enemy. Они думали о Кришне как о своем враге. So, although they're attracted to Krishna, it's not really devotional service. И хотя они были привязаны к Кришне, но это не было на самом деле преданное служение. And then Rupa Goswami also analyzes the affection of the Yadu dynasty. И далее Рупа Госвами анализирует отношения членов династии Яду. So he explains that their attraction to Krishna, if it's friendship, then that is spontaneous love. That is good. That is pure love. И он говорит, что когда привязанность Ядова к Кришне основывается на дружбе, то это хорошо, это спонтанная любовь. But if they're thinking of Krishna that, oh, he's our relative, you know, and they just do it out of a regulative principle because he's our relative, so we think of it, then that's not spontaneous love. Но когда они начинают думать о нем как о члене своей семьи и о том, что у них есть какие-то к нему какие-то обязанности, я делаю это из-за наших родственных отношений, то тогда это не является спонтанной любовью. So, to come to spontaneous love, it must be pure devotional service. И чтобы прийти к спонтанной любви, это должно быть чистое преданное служение. Go ahead.
Может быть, не вполне понятно, какой смысл вкладывается в утверждение, что и гопи, и камса достигли одной и той же цели. Этот момент необходимо как следует уяснить, учитывая, что отношение камса и шишупалы к Кришне отличалось от отношения к нему гопи. Во всех случаях объектом сосредоточения является Верховная Личность Бога, и все эти преданные достигают духовного мира, но все же между этими двумя классами душ существует разница. В первой песне Шримад-Бхагаватам говорится, что абсолютная истина одна, но она может проявлять себя как безличный Брахман, как Параматма сверхдуша и как Бхагаван, Верховная Личность Бога. В этом кроется источник духовного разнообразия. Хотя Брахман, Параматма и Бхагаван — суть одна и та же абсолютная истина, такие преданные, как Камса и Шишупала, достигают только сияния Брахмана. Параматму же или Бхагавана они осознать не способны. В этом заключается разница между ними и гопи. Alright, so now Prabhupada is discussing the difference between the gopis and Kamsa. И тут наш Рупа Госвами дает, описывает разницу между гопи и Шишупалой Камсой. He says, naturally, we will wonder how could the gopis and Kamsa get the same result? They're very different devotees. И мы нам естественным образом интересно, как же Камса и Шишупала, а также гопи имеют одну и ту же отношение с Кришной и имеют одни и те же результаты в взаимоотношениях с ним. So Prabhupada explains that even in on the spiritual platform, there are some different perfections. И Шрила Прабхупада объясняет, что даже на духовном уровне существует разница между тем, как достигается совершенство. And he explains how the absolute truth can be understood in different ways as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. И он объясняет, как абсолютная истина может быть понята на разных уровнях, как Брахман, Параматма и как Бхагаван. So somebody knows the absolute truth as Brahman, and somebody knows the absolute truth as a super soul, Paramatma, and someone else knows this absolute truth as Bhagavan, the personality of Godhead in all of his features. So there are differences there. И кто-то понимает абсолютную истину как Брахман, а кто-то понимает ее как сверхдушу Параматму, а кто-то как Бхагавана, верховную личность Бога, и в связи с этим существуют определенные отличия. Now the demons, when they're killed by Krishna, they get liberation into the Brahman. И демоны, когда их убивает Кришна, они получают освобождение и so that's not the same position as the devotees who are with Krishna in the spiritual world. То есть это не то же самое положение, которое занимают преданные рядом с Кришной в духовном мире. And even if we look at the case like Putana came, and she was coming to nurse Krishna, so Krishna accepted her as his nurse and took her back to the spiritual world. И здесь стоит упомянуть о would you please repeat once again a little bit? Krishna accepted Putana. Путана, да, я. Но здесь есть такой нюанс, что Кришна принял Путану как свою няню, и поэтому он забрал ее обратно в духовный мир. And took her back to the spiritual world. As his mother. Он забрал ее в духовный мир как свою мать. But it doesn't mean she's on the same level as Mother Yashoda. Но это не значит, что она находится на том же уровне, что и матушка Шода. Because she was a demon, she came to kill Krishna. Поскольку она была демоном, и она пришла ради того, чтобы убить Кришну. But Krishna thought, well, she wants to nurse me, she wants to be my mother, she's offering her breast to me. Let her come and be my mother. Но Кришна подумал, она пришла, чтобы понянчить меня, она дала мне свою грудь. Хорошо, пусть она будет моей матерью. So she's Krishna's nurse.
But it doesn't, she's not like Mother Yashoda, that she's not so intimate, not so dear to Krishna as Mother Yashoda. Да, она нянечка Кришны, но она не настолько не занимает то же положение, что и мама Ишода, она не настолько близка ему. So we have to understand that there are distinctions on the spiritual platform. То есть таким образом мы должны понимать, что на духовном уровне есть разграничения. As Prabhupada explains, Brahman, Paramatma, and Bhagavan are all the absolute truth, but there's a difference. Подобно тому, как Шрила Прабхупада объясняет, что Брахман, Параматма и Бхагаван — это все абсолютная истина, но между ними есть разница. Prabhupada says here, Kamsa and Sishupal, they were demons, they were killed by Krishna, so they go to the Brahman. И как Шрила Прабхупада объясняет здесь, что Камса и Шишупала были демонами, и когда их убил Кришна, они отправились в Брахман. They don't get the same destination as Krishna's pure devotees. То есть их пункт назначения не был тем же самым, что и у преданных Кришны. So this is Lord Chaitanya's philosophy. Achintya Veda Veda Tattva. Oneness and different. И такова философия Господа Чайтаньи. Ачинтья Беда Беда Таттва. Единство и противоположность. We find the perfect explanation of the absolute truth. И мы таким образом находим самое лучшее объяснение абсолютной истины. So it's important for us to understand how Krishna deals so perfectly with each and every one. То есть мы должны понять, насколько Кришна совершенным образом взаимодействовал с каждым. How does the material world and the spiritual world, everything is going on so perfectly under his direction. И мы должны понимать, насколько совершенным образом все происходит в материальном и в духовном мире под руководством Кришны. Okay, we will stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Are there any questions? Есть ли какие-либо вопросы? Юна Матаджи, пожалуйста, ваш вопрос. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, и преданные, примите мои смиренные поклоны со славой Шрилы Прабхупады. Сможем ли мы испытать чувство счастья от преданного служения, если мы еще не избавились от материальных желаний и не обрели чистое бхакти? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and dear devotees, please accept my humble basis, so glorious to Srila Prabhupada. How can we experience happiness from devotional service if we have not yet got rid of material desires and have not cured pure bhakti? Yes, you haven't obtained pure bhakti and you still have material desires, but we experience happiness from doing service for Krishna. We obtain bhakti, pure bhakti. We are not pure. No, not obtain. Да, мы не получили еще чистой бхакти, но и у нас есть материальные желания, но у нас есть желание служить Кришне. Devotional service immediately puts one into transcendental bliss. И преданное служение, оно мгновенно выводит человека на уровень трансцендентного благословения, трансцендентного блаженства. Hare Krishna. Devotional service brings out our spiritual nature. И преданное служение пробуждает нашу духовную природу. Although we're not pure, but
simply by engaging in the activities of devotional service, we can experience some taste of pure devotion. И хотя мы нечисты, занимаясь преданным служением, мы можем обрести опыт чистой преданности. Krishna allows us to get a little taste, to taste a drop from the ocean of the nectar of devotion. И Кришна позволяет нам выпить каплю, воды из нектара чистой преданности, нектарного океана чистой преданности. Just like anybody takes, you know, they take part in a kirtan, and they have a nice kirtan, you enjoy the kirtan, chanting and dancing, you immediately come to the transcendental platform and you forget all your bodily problems. Например, если вы участвуете в киртане, вы поете и танцуете, и вы таким образом вы тут же выходите на трансцендентный уровень, тут же забывая обо всех материальных страданиях. The holy name acts on us, although we're not pure, although we have material desires, but because we're chanting the holy name, we can experience spiritual pleasure. И святое имя воздействует на нас, хотя мы и нечисты, и у нас есть материальные желания, но тем не менее, благодаря этому, благодаря святому имени, мы все используем трансцендентное блаженство. The spiritual pleasure is there because we're all spirit souls, we're all part and parcel of Krishna. И трансцендентное счастье, оно исходит из того, что все мы являемся духовными душами, частичками Кришны. And we can awaken our spiritual nature by simply taking part in the acts of devotional service. И мы можем пробудить свою духовную природу только просто принимая какое-то участие в преданном служении. This is something every devotee experiences. Это тот опыт, который имеет каждый преданный. If you're not experiencing this, then you're doing something wrong. Если вы не испытываете, не имеете такого опыта, значит вы делаете что-то неправильно. If you cannot taste the pleasure of chanting Hare Krishna, if you're not feeling happiness when you engage in devotional service, you're doing something wrong. Если вы не испытываете удовлетворение от того, что вы воспеваете Хари Кришна, если вы не испытываете счастье от преданного служения, это значит, что вы делаете что-то не так. Of course, I know you're holding on to a lot of material desires. Конечно, я понимаю, что у всех есть много материальных желаний. So you have to be willing to let go of these material desires. И все эти желания держат вас, но вы должны быть готовы отпустить все эти материальные желания. And you let go simply by diving into the ocean of devotion. И отпустить это вы можете только благодаря тому, что вы погружаетесь в океан преданности. Take part in the kirtan. Участвуйте в киртане. You join the Sankirtan party, of course, you're alone. You're in a place where there's no other devotees. So difficult for you. Если вы находитесь в том месте, где нет других преданных, то, конечно, для вас это становится очень сложным. But still you can associate with devotees through the technology which is available today. Но тем не менее вы даже в таком положении можете общаться с преданными с помощью технологий. You can watch the kirtans, you can join the kirtans virtually. Not physically, but virtually you can participate in kirtans. И вы можете смотреть киртаны и присоединяться к ним не физически, а виртуально. Just like you're participating in the program in the morning, hearing the classes and asking questions,
You can also participate in kirtan. Так же, как и вы и участвуете в утренних программах, слушая лекции, задавая вопросы, точно так же вы можете участвовать и в киртанах. Kirtan is very important. To take part in the congregational chanting of the holy names will help you to suppress your mind. И киртан очень важная вещь, когда мы все вместе воспеваем святые имена, это помогает нам как-то подавить, усмирить свой ум. Because our mind has so many material desires, they try to distract us from devotional service. И поскольку в нашем уме очень много материальных желаний, он пытается нас увести в сторону от преданного служения. So you have to constantly battle against your mind. И вы постоянно находитесь в этой битве со своим собственным умом. If you listen to your mind, the mind will take you into the material world, into the world of Maya. Если вы будете слушать свой ум, то он приведет вас в материальный мир, мир Майи. We've already tried to enjoy Maya many, many lifetimes. Мы уже наслаждались. Мы пытались наслаждаться Майей уже на протяжении многих-многих жизней. Now you've come to Krishna, you have an opportunity to become Krishna conscious. Теперь вы пришли к Кришне, у вас есть возможность обрести сознание Кришны. You have to take advantage, you have to control the mind, don't listen to the nonsense that comes in the mind. Вы должны взять все благоприятное от этого. Вы должны научиться контролировать свой ум и не слушать всю ту ерунду, которую он вам говорит. And you have to chant. You have to take shelter of the holy name. Вы должны повторять святое имя. Вы должны принять у него прибежище. But then you will taste the pleasure. You will feel the peace, the bliss, which is there in Krishna's service. И тогда вы почувствуете этот вкус, умиротворения и блаженства, которое есть в служении Кришне. We've already tried so many times to enjoy the material world in so many ways and failed. Мы уже так много раз пытались наслаждаться в материальном мире и каждый раз терпели неудачу. So now give this one life to Krishna. А теперь отдайте эту одну жизнь Кришне. And you will see the result. Another question. Next question from the chat. Hare Krishna, Ваше Святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как практически в преданном служении мы можем использовать знания о Рагатмика Бхакти? Hare Krishna, Your Holiness and dear devotees, please accept my humble obeisances. How can we practically use the knowledge of Ragatmika Bhakti in devotional service? You don't use Ragatmika Bhakti. You follow the example of the Ragatmika devotees, just like we hear about Mother Yashoda. And we hear how Mother Yashoda was taking care of Krishna. Нам не нужно быть рагатмика бхактами, нам нужно просто следовать примеру, их примеру. Например, вот матушка Ишода была преданной Господа, рагатмика преданной. And we hear how Mother Yashoda was so anxious for Krishna every moment. И мы читаем о том, как матушка Ишода каждое мгновение была поглощена мыслями о Кришне. And she always wanted to protect Krishna. Она всегда хотела защитить его. After the Putana demon came and Krishna killed Putana, then Mother Yashoda wanted to purify Krishna. И после того, как демоница Путана была убита, матушка Ишода хотела очистить Кришну. And she chanted many Vishnu mantras and did many different prayers to protect her child. И она читала множество вишну мантр и других молитв, чтобы защитить своего ребенка.
So we have to learn from these devotees about how to absorb ourselves in thought of Krishna constantly. То есть мы должны учиться у таких преданных, как все время быть поглощенными мыслями о Кришне и как служить Кришне постоянно. We can never become someone like Mother Yashoda, but we can follow the footsteps, follow in her footsteps. Мы никогда не сможем стать такими, как Матушка Яшода, но мы можем следовать по ее стопам. Always thinking on Krishna, thinking about doing things for Krishna's pleasure, to keep Krishna safe. Всегда думать о Кришне, всегда думать о том, чтобы принести Кришне удовольствие, о том, чтобы позаботиться о Кришне. So Mother Yashoda sees Krishna as her child. She doesn't think of Krishna as God. Матушка Яшода видит в Кришне своего ребенка, она не думает о нем как о Боге. When Krishna kills the demons, she thinks, oh, it's not Krishna doing it, somebody else must be doing it. И когда Кришна убивает демонов, она думает, но это делает не Кришна, это делает кто-то другой. So we follow those devotees who want to cultivate Raga Nuga Bhakti, they follow the Raga Mika devotees. They followed by Рагатмика Девотис, и таким образом мы следуем за теми, кто практикует Рагануга Бхакти, поскольку за ними следуют преданные, которые являются Рагатмика Бхактами. Not necessarily Mother Yashoda, but could be a, you may want to follow gopis, you may want to follow the mood of Radharani, you may want to follow the mood of a cowherd boy. You can select which particular devotees in Vrindavan are you most attracted to. Но это может быть не только матушка Яшода, это могут быть гопи Вриндаваны или пастушки. То есть вы сами выбираете тех преданных, которые вас привлекают больше всего. And you, then you learn everything, you hear everything about them and about their activities and their pastime, and then you absorb yourself in following their teachings, their example. И вы изучаете все, что касается их деяний, их игр. И тогда вы поглощаете, и мысли об этом поглощают вас, и вы начинаете следовать их наставлениям. Okay. Yeah. Next question. Yeah. Следующий вопрос. Харе Кришна, Ваше Святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как оставаться смиренным, молчать и не обижать преданных? Харе Кришна, Your Holiness and dear devotees, please accept my humble obeisances. How to be humble? To be silent and not offend the devotees? Is it like this? No, that's not enough. Нет, этого недостаточно. You have to offer respect to all the devotees. Вы должны выражать свое почтение, проявлять свое уважение по отношению к другим преданным, ко всем преданным. And you have to give up all thought of being respected yourself. И вы должны отбросить все мысли о том, чтобы уважали вас. You have to constantly chant the holy name. Вы постоянно должны повторять святое имя. And you want to give service to the devotees. И вы должны хотеть служить преданным. And beg the devotees to give you their mercy and to give you their blessings. И таким образом тогда преданные будут давать вам свою милость и давать вам свои благословения. So humility is offering respects to others. И смирение это всегда выражение почтения другим. And not being anxious to be respected ourselves. И при этом человек не должен желать, чтобы в ответ уважали его. And to be tolerant like the tree. И он должен быть терпелив, как дерево. The trees show us the example of
tolerance. Дерево показывает нам пример терпения. So these qualities, humility, very much important for surrender to Krishna. И это качество смирения очень важно в предании Кришне. Without being humble, we cannot be surrendered to Krishna. Без смирения мы не сможем предаться Кришне. Okay, any other question? А есть ли еще какие-то вопросы? No more questions in the chat. Krishna, yeah. Татьяна Матаджи, у меня не отправляется вопрос почему-то. Я его написала уже много минут назад. Можно я зачитаю? Он не длинный. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. У нас есть любовь к Кришне, и нам нужно ее разбудить. Какого плана эта любовь? Как взаимоотношения, или как любовные отношения, или какая наша любовь к Богу? Вот такой вопрос. То есть что это за... То есть какого рода эта любовь получается, да? Ну, да, да. Hare Krishna, dear devotees and Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. The question is, we should to wake our love for Krishna, and what does it mean? What kind of love is it? What kind of love is what? We should to awake our love for Krishna. What kind of love? What type of love is it? What qualities should have this love should have? Well, love for Krishna, we say Krishna prem, that is the goal of life. Любовь к Кришне, мы говорим Кришна према, это цель жизни. To get Krishna prem, you have to get the mercy from somebody who has got Krishna prem. И чтобы получить Кришна прему, вам необходимо благословение того, у кого Кришна према уже есть. But we also have to go through the different stages to come to Krishna prem. We have to go through the preliminary stages. Но чтобы дойти до этой до уровня Кришна премы, мы должны пройти предыдущие уровни. Just like there's first of all devotional service according to the rules and regulations. Как, например, прежде всего, есть преданное служение в рамках правил и предписаний. And then, after following all the rules and regulations for a long time and being very fixed in the rules and regulations, then our devotional service will one day become spontaneous. И после того, как вы долгие годы следуете преданному служению, опираясь на правила и предписания, являетесь и следуете этому очень строго, в один день вы начинаете заниматься преданным служением, начинаете заниматься спонтанным преданным служением. And then from spontaneous devotional service we can go on to bhava bhakti, where we experience some ecstasy. И от с уровня спонтанного преданного служения мы можем затем перейти в бхава-бхакти, преданное служение в экстазе. In another couple of chapters we will read about bhava-bhakti. We will hear about what qualifications are required to come to that level of bhava-bhakti. И через пару глав мы будем читать о том, что такое бхава-бхакти и какая для этого необходима квалификация. And then from bhava-bhakti, then we can go on to come to Krishna prema. И затем с этого уровня бхава-бхакти мы переходим на уровень према. So there's a progression of different stages of devotion. То есть существует определенная прогрессия различных уровней преданности.
Sometimes we explain that we begin with faith, and then from faith, then we go on to association with devotees. И описывается, что все начинается с веры, которую можно получить через общение с преданными. And then in the association of devotees, we will learn how to do bhajana kriya, how to perform the activities of devotional service. И через общение с преданными мы учимся, как практиковать bhajana kriya. Devotees will teach us how to chant, how to do kirtan, how to worship the deity. Преданные учат нас, как воспевать святое имя, как вести киртан, как поклоняться божествам. We can learn all the different arts of devotional service. То есть мы учимся искусству преданного служения. So this is the beginning of our devotional service. То есть это начало нашего преданного служения. Then we have to get rid of all the dirty things in the heart, the attachments and the greed and the lust and the anger. И когда мы освободимся от грязи, которая находится в нашем сердце, от привязанности, от зависти, от гнева, от вожделения. So that's the stage of anatta nivritti, to remove all the unwanted things from the heart. Это уровень анартха неврити, он существует для того, чтобы устранить все нежелательные вещи из нашего сердца. And then we will come to the stage of being very fixed and steady, ништа. И затем мы выходим на уровень ништы, когда мы становимся очень стабильными и сконцентрированными. And then after coming to the stage of being steady in our devotional service, then we can go on to experience the taste or the ruchi, the pleasure, transcendental pleasure in performing different devotional activities. И после того, как мы выходим выше на уровень ништхи, стабильного преданного служения, мы становимся способными выйти на уровень ручи, стабильного, когда мы получаем уже вкус трансцендентного удовольствия от преданного служения. And then asakti comes after that, where we become detached from all the material things, no interest anymore in material life. И затем идет уровень асакти, когда мы становимся не привязаны ко всем материальным вещам, когда мы отрекаемся от материальной жизни. And then finally, then there's they come to bhava and then prema. И затем идет уровень бхавы, а затем уровень према. So bhava is the seed. Bhava is the first rays of prema. И бхава это семя, семечко премы. Just like when the sun comes up in the morning, first of all you get a little a few rays, and then gradually the whole sun comes in the sky. Это подобно тому, когда перед тем, как солнце вот-вот встанет, вы видите его первые лучи, и только после них солнце встает над горизонтом. Okay. So, next question. You come to love of God, it's a long way. We have a long way to go. Таким образом, чтобы прийти к любви, к Богу, нам необходимо пройти очень длинный путь. But Lord Chaitanya came, and he's very merciful, and he gave freely love of God to everyone. Но пришел Господь Чайтанья, и он очень милостив, он бесплатно раздавал любовь к Господу каждому. So, if you get the mercy of Lord Chaitanya, then very quickly you can get love of God. Таким образом, если вы обретете милость Господа Чайтанья, то тогда очень быстро вы обретете любовь к Богу. Just by chanting the holy name. Просто благодаря воспеванию святого имени. Okay. Yeah. Татьяна, простите, пожалуйста, можно уточнить? Да? Да, вот я слышала, что анартха-невритти не все проходят.
как вот нужно правильно настроиться и все-таки пройти этот период и не сойти с пути? Вот такой вопрос. I've heard that not everyone can pass through anartha nivritti. How we can pass through this level and not go back? Well, you have to be very determined. Вы должны быть очень решительно настроены. You have to be really serious in your practice of devotional service. Вы должны быть по-настоящему серьезны в вашей практике преданного служения. If you want, you can go through it. But if you take it lightly, if you think, oh, it's not important, oh, it doesn't matter, I can do it another day, then it won't happen. Если вы ко всему этому относитесь серьезно, тогда вы сможете пройти через это все. Но если вы подходите к этому не слишком серьезно, вы думаете, я сделаю это в другой день, а вот это вот не так важно, то тогда это будет сложно для вас. So it's really up to us. Do we want to go through it? You have to make great efforts. И все зависит от нас. Если мы хотим пройти этот уровень, то мы должны приложить очень большие усилия для этого. I'm going to chant every day. Я буду читать каждый день. I'm going to follow the regulative principles. Я буду следовать регулирующим принципам. Yeah. Then you can get rid of all the anarthas. И тогда таким образом вы сможете избавиться от всех анартх. Yeah. Okay. Any other question? Yes. Адхикарана Прабху, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, я слышал, что Рагануга Бхакти не является продолжением Вайдхи Бхакти. Это просто два разных настроения и пути. Это правильно или нет? Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my obeisances. I heard that Рагануга Бхакти is not continued path of Vaidhi Bhakti. These are two respect moves and thus is true. I'm sorry, your voice is not clear, Prabhu. You have to say it again. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisances. I heard that Raganuga Bhakti is not continue of Vairi Bhakti. These are just two various moods and paths. Is it true or not? Not necessarily true. Это не обязательно, правда? Это не совсем так. That if there is a connection there, that if we follow the Vaidhi Bhakti, then gradually that Vaidhi Bhakti will become spontaneous. То есть, когда мы следуем Vaidhi Bhakti, то постепенно эта Vaidhi Bhakti может стать спонтанной. Of course, we have to be attracted to the mood of Vrindavan. We have to want to cultivate the mood of the people of Vrindavan. Конечно, мы должны быть привлечены настроением Вриндавана, мы должны развивать в себе умонастроение жителей Вриндавана. Но Прабхупада didn't speak a lot about this, but it's there in Prabhupada's books. Прабхупада об этом немного говорил, но об этом написано в его книгах. And he certainly wants us to know about it, and certainly, for some devotees, it's very possible. И, конечно же, он хотел, чтобы мы знали об этом, и для каких-то преданных это возможно. And how? What is their qualification? Qualification generally is that they've done a lot of Vaidhi Bhakti, and Vaidhi Bhakti qualifies them to take up the spontaneous bhakti. И какова же их квалификация? Их квалификация в том, что они серьезно занимаются Вайди Бхакти, и тогда в результате чего они постепенно обретают спонтанную бхакти. Now, if somebody hasn't done any Vaidhi Bhakti, how could they ever take up spontaneous Raganuga Bhakti?
И если человек не занимается вайди бхакти, то как он может вообще в принципе обрести спонтанную любовь? No, we do get some people who come who immediately attracted to Vrindavan and they want to, you know, they express their interest in following the people of Vrindavan. So they're encouraged first of all to do vaidhi bhakti. И мы видим, что иногда приходят люди, которые тут же вдохновляются тем, чтобы следовать за умонастроением жителей Вриндаванов, но мы стараемся воодушевить их, чтобы они прошли путь вайди бхакти. Without doing the vaidhi bhakti, first of all, how can they ever become spontaneous? Поскольку без вайди бхакти, как они вообще могут стать спонтанными? The people of Vrindavan, they're naturally devotees of Krishna. Жители Вриндавана естественным образом являются преданными Кришны. But in their previous lives, they'd already gone through all the preliminaries. Но в своих предыдущих жизнях они уже прошли все предыдущие ступени. They're not ignorant people. They know everything about Krishna. Они не являются невежественными людьми, они все знают о Кришне. They have the highest knowledge. У них есть самое высшее знание. To take birth in Vrindavan, indication that in previous lives they'd already performed many pious activity. И то, что они родились в Вриндаване, является показателем того, что в прошлых своих жизнях они уже совершили много благочестивых поступков. Hare Krishna. Guru Maharaj. Yes? Okay, any other question? Yes, there is another question in the chat. Hare Krishna, Ваше Святейшество, если не могу искренне выражать почтение преданным, вижу недостатки, может мне оставаться дома, читать Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гиту, Хари Кришна Махамантру и приходить только на выходные праздники? Hare Krishna, Your Holiness, if I cannot sincerely offer respects to the devotees, I can see there are faults, and maybe it's better for me to stay at home, read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, chant Hare Krishna mantra, and just go to the meet with the devotees only on weekends and holidays and festivals. Well, yeah, that's good. Meet with the devotees on holidays and festivals. Yeah, you definitely want to meet with the devotees. So it's better to meet with the devotees, even if the devotee cannot sincerely offer respects to other devotees, yeah? Yeah, you have to cultivate a more positive attitude towards the devotees. Да, конечно же, хорошо, если вы будете ходить на выходные, на праздники, развивать более позитивное отношение к преданным. You shouldn't think that all devotees are bad. There may be some devotees, some people coming to the temple who are not good, in good character, in good standing, but not every devotee is in that category. Вы не должны думать, что все преданные плохие. То есть, да, могут быть какие-то преданные, которые приходят в храм, у них какой-то не очень хороший, плохой характер, но не все преданные относятся к этой категории. We should be more concerned about our own self. What is our own position, our own level of consciousness? Нас больше должен заботить наш собственный уровень сознания. We simply find fault with others. That is very bad. Если мы просто ищем недостатки других, тогда это очень плохо. Just like Ramachandra Puri, he went everywhere finding fault. He even came to Lord Chaitanya. He found fault with Lord Chaitanya. Например, как Рамачандра Пури, он во всех видел недостатки. Когда он пришел к Господу Чайтанье, то он увидел недостатки в нем. He is an example of someone who did not take the mercy of his spiritual master. Это пример того, кто не принял милость своего духовного учителя. And because he couldn't take the mercy of his spiritual master,
He just went and found fault and criticized everyone. И поскольку он не смог принять милость своего духовного учителя, то он находил недостатки и всех критиковал. So you don't want to become like that. Не стоит уподобляться ему. We want to see the good in the devotees and praise the devotees. Мы всегда хотим видеть преданных только хорошее и praise. You don't need to actually praise the devotees, but there will definitely probably be a need. You have to do some kind of show respect for the devotees. You have to have some means of glorifying the devotees. То есть вы плюс к этому вы должны выражать почтение преданным и прославлять их. You should beg the devotees to be merciful to you, to give, help you to give up your critical nature. И вы должны молить преданных, просить их о том, чтобы они помогли вам избавиться от вашей критической природы. The devotees, at least they're going to the temple, they're getting purified. So then if they keep coming to the temple, one day they'll become more and more purified. И если преданный постоянно приходит в храм, то он благодаря этому очищается и постепенно в какой-то момент они каждый раз они становятся более и более чистыми, очищаются все больше и больше. It's a very bad thing to be critical of devotees. Очень плохо критиковать преданных. But your idea to stay away from the devotees is not the solution. Но ваша идея оставаться где-то в стороне от преданных решением для этого не является. Because you stay away from the devotees, you may just criticize them more. И когда вы находитесь где-то в отдалении от преданных, вы все можете даже еще больше начать критиковать их. You'll say, I don't want their association, I don't need their association, these people. You may be thinking like that. Вы можете думать, я не хочу общаться с такими людьми. But if you go and associate with the devotees and give service to the devotees, then it would be better. Но если вы будете общаться с преданными и служить им, то это будет лучше. You have to always be willing to make sacrifices. Вы всегда должны хотеть приносить жертвы. And you have to do sometimes things that are painful for you. И иногда вы будете делать вещи, которые могут быть полезными для вас. But the more it's painful, the more you're getting cured. You're getting rid of the dirt in your heart. Но чем сильнее боль, то тем больше возможность излечиться и избавиться от этого. But you stay away from the devotees, you stay at home, your heart will just get more dirty. But if you stay at home, then your heart will simply get more dirty. Но если вы будете оставаться дома, ваше сердце будет еще больше загрязняться. But if you go there and associate with the devotees, then at least you take part in the kirtan, you see the deities, you get deity prasadam, there's a lot of purification. You don't get that at home. Но если вы будете продолжать общаться с преданными, будете ходить в храм, то вы будете участвовать в киртане, вы будете созерцать божества и таким образом получать очищение. Вы не сможете также, допустим, вкушать прасад от божеств, чего вы не сможете получить дома. So, I think you should go to temple and you just be humble and offer respects to devotees. Я считаю, что вы должны ходить в храм, но просто пытаться быть более смиренным и выражать почтение.
And this will help you to get rid. If you really beg Krishna, please help me to give up this fault-finding mentality, then you can do it. И это все будет иметь свой хороший свой эффект. Вы обретете результат, если вы, конечно, искренне будете молить Господа о том, чтобы Он избавил вас от того, что постоянно искать какие-то недостатки в преданных. Yeah, you can think I'm not perfect. I have a long way. I'm very poor devotee. I'm not perfect. See our own faults. Don't look at others. Вы можете думать, ну я несовершенный преданный, во мне самом столько всего. Не ищите недостатков у других, ищите их в себе. Mm-hmm. Okay. Another question from the chat. Вратирани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Who? Вратирани Матаджи. Вратирани. Кришна Гуру Махарадж. Этот вопрос чуть-чуть, наверное, созвучен с Александром Прабху. В дополнение, как Хари Кришна Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, все слава Шри Прабхупаде. Мы часто можем задавать вопросы на одни и те же темы, но все равно ничего не меняется на внешнем плане по привычкам и качествам. Что делать? Еще задавать вопросы на эту тему, чтобы убралась эта анарха. То есть у меня вот акцент как бы на вопросы, которые мешают продвигаться и исполнять наставления старшего гуру. Если у самого сил нет на жертву, гуру Махарадж сказал, да, надо на жертву идти, но что-то не ведется. Хари Кришна, спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. We can often ask questions on the same topics, but still nothing changes in our habits externally, in our qualities. What to do in this case? We should ask more and more questions on this topic so that this anartha is removed, which prevents you from advancing and fulfilling the instructions of the elders and the guru, of the senior devotees and the guru. And if you don't have the strength to sacrifice yourself, what to do? You don't have the strength to sacrifice yourself. It means you don't really want to get cured of your disease. То есть, если у вас нету сил, как бы на то, чтобы принести жертву, значит вы you have not get cured. Yeah, you will not get cured. То тогда вы не излечитесь от этой болезни. You will remain like Ramachandra Puri, just find fault people. Вы просто останетесь таким же, как Рамачандра Пури, просто будете искать недостатки в людях. You're not going to make much advancement. Вы не слишком далеко продвинетесь. Yeah. We cannot force. Спросить, we cannot force you to take. Where we can get this strength to pass through these things in the association with the devotees or not? Well, you can get this strength by reading Prabhupada's books and by chanting the holy name. Вы можете взять эту силу, читая книги Шрилы Прабхупады, воспеваясь в то имя. You take shelter of Prabhupada's teachings. Примите прибежище в наставлениях Шрилы Прабхупады. Prabhupada began the ISKCON society to give devotees association to train them in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада организовал это движение сознания Кришны для того, чтобы преданные могли общаться с другими преданными и таким образом научились быть в сознании Кришны. Whatever you know about Krishna consciousness, you've learned from the devotees. Все, чему вы научились в сознании Кришны, вы всему этому научились от преданных. Now you're criticizing people, but
in the beginning, you didn't know anything about Krishna consciousness. Before you became a devotee, you didn't know anything about Krishna consciousness. И сейчас вы критикуете людей, но в самом начале вы, когда еще не были знакомы с преданными, ничего не знали о Кришне. Now you think you know something. Now you think you know more than other people, and so you find fault with other people. А теперь вы думаете, что вы что-то знаете, вы думаете, что вы знаете больше, чем другие, и теперь вы уже находите в них недостатки. But there's so much more you still have to learn. Однако есть еще очень много того, что вам еще нужно, чему еще нужно научиться. And because you see faults in others, it means there's a lot of faults in you. И поскольку вы видите недостатки в других, это значит, что есть недостатки у вас. So you should work on your own faults. То есть вы должны работать над своими собственными недостатками. We're all working on our own faults. Мы все работаем над своими недостатками. But some are working harder than others. Но кто-то работает усерднее, чем другие. Just like, you know, you may be looking at others' faults, you're thinking about their faults, but you should be thinking about your own faults. Возможно, вы смотрите на других людей и думаете об их недостатках, но вы должны думать о своих. Okay, I understand. You are thinking about your own faults, and that's why you're asking this question. Но я вас знаю, я знаю, что вы думаете, размышляете над своими недостатками, и поэтому вы задаете этот вопрос. So that's a good sign, because you're asking this question, you understand that you know your thinking is not right. И я понимаю, что задавая такой вопрос, вы понимаете, что ваше умонастроение неправильное, ваше размышление неверное. So you have to do something about it. You have to really go into the heart and get rid of the ego, the false pride. И таким образом вы должны идти вглубь своего сердца, избавляться от ложного эго, ложной гордости. So chanting the holy name is very important, very powerful. И таким образом воспевание святого имени очень важно здесь, очень имеет очень большое могущество. Yeah, think more about the Lord Chaitanya Shikshastikam. All glories to the Sri Krishna Sankirtan. Вы должны больше думать о Шикшаштике Господа Чайтаньи. Вся слава Кришна Санкиртане. So you have to really want to go through this, you know. We can develop a habit of just seeing the faults of others, but we know it's wrong, and we just have to change it around and understand that these faults in others are a sign that there are faults in me. И мы должны поменяться, измениться. Мы должны понимать, что эти вещи, которые я вижу, недостатки других, это те недостатки, которые есть во мне. And I have to get rid of these faults from my heart. И я должен избавить свое сердце от этих, очистить свое сердце от этих недостатков. Vrajarani Mataji just ask another question. Guru Maharaj, еще вопрос о воспевании. Нам необходимо... Vrajarani Mataji, может, вы сами прочитаете? Спасибо. Guru Maharaj сказал о воспевании. Вот вопрос продолжения, что Guru Maharaj, еще вопрос о воспевании. Guru Maharaj, нам необходимо искать воспевание с чистыми преданными, чтобы слышать их воспевание, их мантру. Если нет рядом чистых, сильных преданных, что делать? Конечно, они есть, не знаю, что Гуру Махарадж, наверное, поругает. Включать фоном Шрилу Прабхупаду и Гуру Махараджа? Спасибо. Another question about chanting. Guru Maharaj, we need to seek chanting with pure devotees in order to hear their chanting, their mantra.
If there are no any strong pure devotees nearby, what should we do? Just turn on the tapes of Srila Prabhupada and Guru Maharaj? Thank you. Well, there are a lot of devotees offering association to help us in our chanting. Есть много преданных, которые дают свое общение, чтобы помочь нам в нашем воспевании. I think Mahatma Prabhu is offering a seminar just this weekend on chanting the holy name. Я думаю, что Махатма Прабху дает семинар по воспеванию на этих выходных. And you can sign up on the internet and attend the 2.5-hour session on chanting the holy name. It's very helpful. Я думаю, что вы как-то можете сделать подписку через интернет и подключиться к этому, и 2.5 часа вот послушать. Я думаю, это будет очень поможет. And it's going to be translated into many different languages. И это все будет переводиться на многие языки. So I'm pretty sure Russian will be there. И русский тоже будет. But you take advantage of these kind of sessions, you know, you join a session where it's free also. He's only asking if you want to donate, you can, but he's not asking any fixed price to take part. И все эти сессии, они бесплатно, да, может быть какое-то пожертвование, но вы абсолютно свободны в своем пожертвовании. Mahatma's been teaching japa for many, many years. He's very experienced and he has a lot of techniques, and he's going to share with you some of the most powerful and successful methods. И Махатма Прабху практикует вот воспевание очень многие годы, эти все семинары, и он даст вам многие техники, которые будут вам очень полезны. So you can improve your japa by association with these devotees. То есть вы таким образом можете улучшить свою джапу благодаря общению с такими преданными. These are very powerful, very pure devotees, and they're giving their association. Take advantage. И пожалуйста, это берите то благо, которое дают эти очень возвышенные, чистые преданные. And the seminar is this weekend, and there's another one next weekend. They're having 4 seminars, I think. There's 2 days each one. И этот семинар будет длиться на этих выходных, а на следующих выходных, то есть там 4 дня. You go on the internet, you'll get the information. Просто в интернете найдите информацию. So yeah, you have problems with your japa, you do something about it, take association. Да, если у вас есть проблемы с джапой, то есть общайтесь с другими преданными. Okay. Хорошо. Thank you very much, Guru Maharaj. Yeah. Anything else? Есть ли еще вопросы? Я хотела Хари Кришна, можно уточнить еще один момент? Ага, что-то у меня сегодня со связью вообще. По поводу джапы. Вот сейчас есть школа джапа-медитации. Как вот Гуру Махарадж относится к школе джапа-медитации, которую вот Бхактивиньяна Госвами Махарадж ведет? Это тоже будет хорошим подспорьем в нашем воспевании? There is school of Bhaktivinoda Maharaj, which called school of japa meditation. Will it be helpful
for our chanting. Yes, everything is helpful for our chanting. Everything like that will help the. Да, все будет в помощь нашему воспеванию, конечно. We go and associate and hear from senior devotees, of course, it's going to be very helpful. Конечно, когда мы слушаем старших преданных, это будет очень, это очень нам будет помогать. But take every opportunity to hear from as many people as you can. Пользуйтесь любой возможностью и слушайте как можно большего количества людей. Okay. There is one more question from the chat. Марина Матыч, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, со славы Шили Прабхупаде. Сегодня говорили, что пройти анартха-ниврити нужна серьезность и решимость. Скажите, если есть общение с преданными и катха по интернету, то возможно ли тоже так как-то пройти анартха-ниврити, если нет рядом преданных и храма? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble business is all glorious to Shri Prabhupada. Today you said that to pass anartha nivriti we need to be serious and to have determination. If there is if we have no devotees and temple nearby, but there is association with devotees and katha through the internet, is it possible to pass through anartha nivriti? Yes, it's possible, but like I say, you have to be determined that you really want to get through it, and you have to recognize the anarthas. Да, это возможно, но вы в этом, но вы должны быть действительно очень решимы, чтобы увидеть все эти анартхи и пройти этот путь. So it's you can read, for example, in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya cleaning the Gundicha temple. Например, в Chaitanya Charitamrita мы можем прочитать о том, что Господь Чайтанья мыл храм Гундича. And we just a couple of days back we had the bathing of Lord Jagannath. И недавно мы как раз бывали Господа Джаганатху. So after another 12 days or so, then will be time for Rath Yatra. И через 12 дней. Или что-то около этого у нас будет Ратха-ятра. And before Ratha-yatra, we do the cleaning of the Gundicha temple. И перед Ратха-ятрой мы моем храм Гундича. And Gundicha means the heart. We have to clean our heart. И Гундича обозначает сердце. То есть мы должны очистить свое сердце. So we have to clean the heart of all the garbage, of all the dust, of all the dirt. We have to get all the contamination out from the heart. То есть мы должны очистить свое сердце от всей грязи, от всего мусора, который там находится, от всех загрязнений. It takes some effort on our part. We have to become really, really serious about it. И это требует от нас усилий. Мы должны действительно быть серьезными в этом. But God helps those who help themselves. Но Господь помогает тем, кто помогает сам себе. If you want to help yourself, you have to surrender to Krishna. Если вы хотите себе помочь, вы должны предаться Кришне. So surrender to Krishna means to accept everything which is favorable for devotional service. И предаться Кришне это значит принимать все, что благоприятно для преданного служения. And give up everything which is not favorable. И оставить все то, что неблагоприятно. Give up all the maya. Отбросьте в сторону всю майю. And always be meek and humble. И всегда будьте смиренны. Know that Krishna is protecting you. И знайте, что Кришна защищает вас. Krishna is maintaining you. Кришна.
Кришна поддерживает вас. Have no desire other than Krishna's desire. Нет никаких других желаний, кроме желаний Кришны. Okay. Yes, Hare Krishna. Есть ли еще вопросы какие-то, дорогие преданные? No more questions in the chat, Guru Maharaj. Oh, okay. So we can finish here. Тогда мы сегодня тут закончим. So thank you very much for all questions, and thank you for your association. And I'm praying for you all to make spiritual advancement and to be safe and healthy. И спасибо всем за участие и за вопросы. Я буду молиться о вашем духовном продвижении. Желаю, будьте, пожалуйста, берегите себя. And please pray for me that I can also make advancement and be safe and healthy. И, пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я также духовно прогрессировал и о моем здоровье. Шрила Прабхупада ки джай. Jai. 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 Jai.